Бывшие руководители колонии номер 2 обвиняются в мошенничестве и хищении более 19 миллионов рублей. Обвинительное заключение утвердила прокуратура республики. По версии следствия, в 2017 году начальник колонии и заместитель начальника УФСИН по Республике Дагестан вместе с руководителем подрядной организации по подложным документам совершили хищение свыше 11,5 миллионов рублей. Кроме того, в 2016 и 2018 годах руководитель колонии в сговоре с главным бухгалтером учреждения похитили около 8 миллионов рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд. В рамках расследования уголовного дела обеспечено частичное возмещение причиненного ущерба в сумме 4 миллиона рублей. Прокуратура уголовное дело направлено в Кировский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу.